Приветствую дорогих харьковчан, гостей города и всех, кто скучает по родному Харькову. Хочу показать вам красоту новогодней привокзальной площади. Здесь, правда, в этом году очень красиво, как вы видите, но вот в определенной части площади. И главное здание вокзала, как видно, немножко украшено, покрасивше, чем обычно. Вокруг елочки традиционно ездит паровозик, который останавливается, гудит. И что интересно, по рельсам тут все так по-настоящему, смотрите. Посмотрите, кто у нас машинист главный. Собакин. А кого он везет? Животных прошлых лет. Год кого был, год кого есть, тот и рулит, так с 7 до 9 вечера. Кажется, что ты попал в прошлое или в будущее. Эти часы, кажется, что показывают не время, а год.